Приветствую вас, я не очень понял, кому вы задаете вопрос свой. То есть, если задаете вопрос медикам, то это одно, если задаете вопрос психологам, это другое, если вопрос психиатрам, это третье. Вот. Обилие медицинских терминов и препаратов заставляет меня думать, что вы задаете все-таки вопрос больше, наверное, врачам, нежели чем психологам. Психологи не врачи. Это первое, что я могу сказать. Второе. Значит, с точки зрения психологии очень важно, почему вас мучают головные боли, из-за чего они вас мучают, на почве чего они начались у вас, да? То есть, ну, грубо говоря, что их привело в жизнь, вот именно головную боль вашу, вот. И, соответственно, уже на этом фоне можно будет смотреть, что у вас, ну, произошло, да, что у вас имеет место быть. А также вы сказали, что у вас есть голод. И голод, в принципе, это тоже психологическая такая проблема, то есть на нервной почве вы пишете, что у вас голод. Соответственно, если голод на почве нервной, то надо бы выяснять тогда, почему это стало для вас возможным. То есть почему вы стали испытывать такое сильное нервное напряжение, вот, из-за чего вы его стали испытывать, это нервное напряжение, и так далее. То есть это вот с точки зрения психологии, такие моменты вам обязательно нужно посмотреть, такие моменты нужно обязательно вам прояснить. Вот. Потому что пока что я могу сказать, что у вас есть, ну, может быть, психосоматика. Вот. Ну, именно вот с точки зрения психологии, если нету других заболеваний, да? Психосоматическая реакция идет. То есть есть какие-то у вас раздражители в реальной жизни, ну вот в том, где вы живете, люди, с которыми вы общаетесь там и так далее. Вот. И, соответственно, не имея возможности это проявить, да, то есть не имея возможности разрешить данное противоречие, вы, собственно говоря, и уходите вот в эти болезни, в свои проблемы и так далее. Вот. И здесь, на самом деле, только вся в том, что если вам не нравится болеть, если вам именно не нравится болеть, то есть если вы не получаете некого такого, знаете, удовольствия от того, что вы ходите по врачам, если у вас нет, грубо говоря, болезненной такой потребности во внимании, ну, именно вот со стороны других людей,
то в таком случае помочь вам можно. Можно, безусловно. А вот, но для этого нужно, чтобы был как можно лучше разобран и проработан, проработаны те вероятные проблемы, которые у вас могут быть. То есть, что это за проблема, да, это еще нужно выяснять, потому что, исходя из того, что вы написали, немного сложно увидеть, что именно стало причиной вот такой поведенческой реакции вашей, вот. Но, в принципе, все решаемо. Я полагаю, что нерешаемых проблем нет. Ответить вам на вопрос, в правильном ли направлении вы движетесь, именно с точки зрения лекарственных препаратов, я не могу, потому что я не врач. Вот. Ну а с точки зрения психологии, я предлагаю вам как следует подумать над тем, хотите ли вы лечиться постоянно, то есть ради чего, грубо говоря, вы лечитесь, для чего вы лечитесь, зачем вы лечитесь, то есть вы лечитесь реально для того, чтобы вылечиться, или вы лечитесь для того, чтобы лечиться, вот. Понимаю, вопрос такой не очень может быть приятный, но, тем не менее, его нужно вам задать обязательно, потому что от этого зависит ни много ни мало ваше будущее. Потому что если вы лечитесь только для того, чтобы лечиться, то улучшение для вас не наступит никогда, к сожалению. А улучшение всегда будет где-то далеко, не с вами вообще, вот, и, соответственно, вряд ли вы будете счастливы в данном случае, вот. И что самое интересное, это то, что первичная проблема, которая, ну, грубо говоря, которая ввергла вас вот в это состояние, она останется такой, то есть она не уйдет, эта проблема, она как была, она так и останется, она никуда не уйдет. И вот вам для себя это нужно понять. Я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос, надеюсь, что помог вам. Ага, понимаю, что этого мало, понимаю, что недостаточно. Вот, вы еще постарайтесь свой вопрос адресовать в раздел медицины, я думаю, там вам ответят именно по лекарствам. Вот, а если у вас остались вопросы по психологии, я буду рад вам помочь, пишите в личку, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.